Բարի ողջույն բոլորին։ Շնորհակալություն, որ դուք այսօր եկել եք։ Շնորհակալություն, որ այսօր ձեր ներկայությամբ աջակցում եք այն մտքերին, այն գաղափարներին, որոնք մենք ձեզ հետ միասին որպես շարժման մասնակիցներ կիսում ենք։ Այսօր մենք ողջունում ենք նաև մեր հյուրերին, և այդ, քանի որ մեզ մոտ հյուրեր են Ռուսաստանի Դաշնության և դեսպանատնից, և Բելարուսի դեսպանատնից, և դիվանագիտական ներկայացուցիչներ, ապա ես հիմա կանցնեմ ռուսերենի։ Уважаемые друзья, приветствуем вас на нашей конференции. Мы очень рады, что вы нашли возможность присутствовать на нашей конференции. Сегодняшняя наша конференция называется «Общая победа и общая судьба». И поэтому нам очень приятно, что представитель Российской Федерации, господин Фифилов, руководитель Россотрудничество, господин Жук, представитель посольства, и наш уважаемый господин Григорий Аксенов. Григорий Станиславович, я вот пытался вспомнить вашего. Григорий Станиславович из посольства Белоруссии. Это наши, как вы знаете, ближайшие друзья, потому что наша движение называется «За новый союз», оно под новым союзом подразумевается «Союз России и Беларуси». Основной задачей нашего движения, основной целью заявленной нашего движения, которое было заявлено на учредительном съезде нашего движения, вместе все с вами мы это заявили, это вхождение Армении в «Союз Россия и Беларусь». Я думаю, что мы к этому придем, и мы этого добьемся. Сегодняшняя наша конференция будет проходить в следующем режиме. Мы попросим господина Аксенова сказать приветственное слово. Григорий Станиславович, мы будем ждать вашего приветственного слова.